В июне этого года утверждена городская целевая программа «Громадский бюджет участи міста Славутича» на 2016-2020 роки в новой редакции. Проект бюджета участи в Славутиче проходит уже третий год. В 2016 году славутичане подали 16 проектов, в 2017 – 42. Сам проект бюджета участи родился в Бразилии в 1989 году и сегодня реализуется во многих странах. Так, например, в 2016 году в Париже на реализацию этого проекта было выделено 5% городского бюджета, что составило 100 миллионов евро. Сумма, выделяемая в Славутиче, конечно, значительно меньше. Да и город наш поменьше будет. Всего 1,5 миллиона гривен. Бюджет участи проводится в двух разрядах. Малый проект от 1 тысячи до 100 тысяч, большой проект от 100 тысяч до 300 тысяч. По состоянию на 5 ноября рабочая группа рассмотрела 26 поданных проектов и отобрала к конкурсу 22. 10 относятся к категории культура и туризм, 8 – спорт, 2 проекта – охрана здоровья и по одному проекту в коммунальном хозяйстве и безопасности и общественный порядок. Детальнее с проектами вы можете ознакомиться на этом веб-сайте. А с понедельника, 12 ноября, начинается ваше время. Время голосования за проекты. Победят те проекты, которые наберут наибольшее число голосов славутичан. Голосование будет проходить с 12 по 30 ноября. Один человек может проголосовать за 2 проекта. Один голос за большой проект и один голос за малый. Проголосовать вы можете в пунктах голосования. Это офис поддержки общественных инициатив в Доме культуры и энергии и отдел экономики в исполкоме. Проголосовать можно по удостоверению личности или через банк ID на сайте «Громадский проект». Победитель будет определен по наибольшему числу голосов. Напоминаем, что победителя назовут с 3 по 7 декабря. Интересно, что общая сумма допущенных к конкурсу проектов составляет 4 миллиона гривен, а победители должны вписаться в 1,5 миллиона. Так что борьба будет жаркая. И во многом все зависит от ваших голосов. Голосуйте. Еще раз напоминаю, что детали вы можете узнать на этом сайте.